Горит путинская техника хорошо. Трупы путиноидов смердят, но как бы опять-таки становятся безвредными. Я своим врачам дал указание. Всегда я был большим гуманистом и говорил, что как только человек пораненный, он уже не враг, а пациент. Но теперь очень жесткое указание всем мужчинам кастрировать, потому что это тараканы, а не люди. И поверьте, все врачи, которые всю жизнь спасали пациентов, русские тут будут умирать в большом количестве. Те, кто уйдет, будут вспоминать кошмар украинской земли, как немцы вспоминали Сталинград. И все они будут привлечены к ответственности, Геннадий, да? Давайте...